Всем привет, ребят, с вами DoublePlay, и мы продолжаем игрушку под названием Labyrinth Legend. В предыдущей серии мы сделали, так скажем, немножко небольшую ошибку, в том плане, что надо было просто выйти из игры и все, не выходить из данжа, потому что в итоге мне пришлось по новой проходить, но ничего страшного, я до четвертого этажа добрался. Ну и плюс поднакопил опыта, плюс еще я, ребята, продал все лишнее и увеличил себе вот размер рюкзака, кстати, уже скоро заполнится, и еще плюс купил себе дополнительный эликсир, вот. Но опять-таки это вам пошло в плюс. Еще кое-что, ребята, поправочка, я понял то, что вот когда мы вот выбираем оружие, например, написано тут в левой руке минус 5, а в правой типа плюс 3, это, ребята, не потому что оно находится в правой и в левой руке, ребята, это я так тупанул. Ну ничего, исправляюсь уже. Это означает, что, например, в левой руке у нас оружие мощнее этой, но в правой слабее. Вот, все. Просто тут показывает разницу в уроне. И все, тут ничего такого страшного нет. Не имеет значения, какой-то на левую или на правую руку надел. Просто того, как тебе удобнее играть. Вот и все. Кстати, вот я решил все-таки от того бумеранга уже избавиться, так как он, так скажем, из-за того, что он пятизвездочный, это не значит, что он лучше будет с последующих оружий. Следующий данжи не значит, что оно будет так же эффективно. А ну-ка, от этих убегаем. Да, конечно, вот с этими было поудобнее справляться. Плюс она нам восстанавливала ХП, та оружка. Но, тем не менее, она слабо била. Вот, как вы видите, вот этот тот же самый кнут, он бьет намного лучше. Молоток я убрал, потому что особо большая разница между этим кнутом не было, но било оно медленно. Поэтому лучше вот этим кнутом бить врагов. Ну, а этот молнию я просто так поставил, чтобы иногда хотя бы расходовать, так скажем, ману, точнее, молнию. Так. На дальнем расстоянии, кстати, надо почаще использовать. Так. Выбрались какие-то новые мобы, кстати, видите? Нас тут зажимают. О, кстати, вот та лошадка, которая была у нас в конце предыдущей серии, она, кстати, жесткая. Блин, я аж эликсир использовал, пришлось. Блин, надо, я не знаю, что с ней творится, а? Не-не-не-не-не, я не хочу дохнуть сейчас. Рано еще. Бля, ребята, сорян. Что-то пошло не так. Retry stage. Ай, блин, аж с самого начала. Так, да, и как видите, как-то вот так оно и получилось, к сожалению. Все-таки тот бумеранг был тоже неплох, потому что в прошлой серии мы спокойно справились с этой заразой. Подожди, мы же его, кажется, задолбали этим молотом. Ну ничего, давайте еще одну попытку. Я тогда уже не буду сейчас задерживаться особо. Сейчас просто валим всех подряд. Наверное, еще и уровень возьмем заодно. Так, как будет появляться дверь и ключ, сразу будем переходить на следующий этаж. Не будем заморачиваться сейчас долго на этих этажах. Вот эти их я не люблю. Они... Да ё-моё, оба попали, да, я так понял. Все, сразу переходим. Вот ближние, те, что ближние бьются, да, с нами, вот этим кнутом мы просто спамим, они даже ничего не могут нам сделать. Но вот эти летающие, они вот, им пофиг, то, что мы бьем по ним или нет, они все равно нас достают. Кстати, надо будет в этой серии еще, давайте уже как-то пройдем вот эту локацию и попробуем с вами найти себе нового питомца. Ну, или не найти, а, так скажем, выбрать. Блин, надо было выйти и продать все это. Так, что у нас тут? Сейчас глянем, что у нас лишнее. Вот это давайте выкинем. Так, это что у нас? Такая у нас уже оружка есть. В принципе, она нам не нужна. Я не думаю, что вот эти однозвездочные вещи будут сильно дорого стоить. Поэтому не заморачиваемся, сразу продаем. Кстати, молоток ставим. Потому что мне эта фигня вообще не нравится. Она мало того, что медленная, так еще и слабо бьет. Просто тупо мешает нам. Это все. А, вот молоток. А ну-ка посмотрим. У него молоток, потому что light. Мне кажется, молоток само имеет свойство глушить врагов.
Вот, видите, они... Ага. Не, все-таки, ребята, удобнее молотком. Ну, таким образом мы и завалили в прошлой серии лошадь. Ну, что поделать. Как-то так вот. Блин, вот эти, кстати, видите, зато зомби до меня добираются. Да ё-моё. Так. Ну, если спамить вот так молотком, то они, в принципе, не могут ничего нам сделать. Будет уроком. Да ё-моё, ты куда ударяешь? Не, вот против зомби хорошо кнутом биться. Да ём, блин. Чё я творю? Я не хочу пока эликсиры тратить. Будем надеяться, что нам тут выпадет что-нибудь. Ну, побольше вот этих сердечек. Блин, нет, все-таки пришлось использовать эликсир. Иначе сейчас бы нас завалили. Эта бочка нас подставила. Пока ничего особенного не выпадает, к сожалению. Эй. Так, вот, кстати, уже ключ нашли. Сейчас осталось найти дверь. Опа. А, все, вот и дверь. Ну, как я и обещал, ребята, не будем задерживаться на этом этаже. Сразу переходим на следующий. Так. А ну-ка, давайте скосим траву. Получим чуть-чуть бабла. Вот этот наш... Вредный, противный лошадка. Давай добьем. Все. Я так понимаю, ребята, сразу мы не справимся с нашим боссом, к сожалению. Кстати, давайте посмотрим, что нам выпало. Может, у нас что-то получше сейчас будет. Так. Ну, вроде ничего пока получше не выпало. Ну, не выпало, так не выпало. Вот еще два места есть, поэтому пока ничего выкидывать не будем. Вдруг как-то нас еще раз завалят. Охо-хо, нападают на меня. Как они бесят эти зомбари. О, кстати, я так понял, это дерево безобидно. Оно нам по 0 урона наносит. Просто нам вот так мешает. Ого, сколько их тут много. Я так понял, наверное, будет еще пятый этаж, а потом уже босс, да? Или пятый этаж и есть этаж босса. Я уже что-то подзабыл. Скажем, долгое время не заходил в игру. Подзабыл немножко. Да задрал это дерево, конечно. О, лягушка. Только не убивайте меня, только не убивайте, пожалуйста. Да задрали вы, сколько у вас тут? Так, подожди. Что тут происходит? Так, честно говоря, сыкотно сейчас стало. Причем конкретно. Так, что это у нас? Это у нас получше по защите. Давайте сразу оденем. К сожалению, у нас шмотки-то херово выпадают. Да просто, ну, разве что один шлем тут неплохой. Броня тут такая себе. Ну, я считаю, что это не самое лучшее, что мы могли бы сейчас надеть. Блять, вот сейчас уже опасно. А кто там стреляет такой умный? Долбанное дерево. Так, нет, дальше мы не будем с вами идти. Ну и дерево мы должны завалить по-любому. Эй. Все, переходим. Надеюсь, что это будет босс. Если нет, то нам, наверное, будет капец. Нет, нам, скорее всего, будет капец, ребята. Потому что у нас вообще хп не осталось. А сердца, как назло, не выпадают никакие. Будем вот так пока что осторожно продвигаться вперед. Может, что-то получится. Вот видите, как лучше все-таки работает кнут против них,
А вот молоток против летающих неплохо работает. И жалко... О, чё, я уже испугался, думаю, меня сейчас убили. Жалко, что тут нету ключа. Мы сразу перешли на следующий уровень. Точнее, этаж. О, пускай дохнут. Так, сначала выносим лягушек. Ага, уже и тут эти присоединились. Так, вот я как их не люблю. Это ужас просто. Так, так, все, капец. Короче, ребят, сейчас я перепройду тогда, уже дойду до этого уровня, и мы продолжим. Хотя, подождите, давайте с вами я уже тогда и займусь торговлей. Посмотрим, что мы можем себе еще приобрести. Что можем продать. Продать тут много чего можем. Кстати, очень удобная штука все-таки, увеличение рюкзака. А то смотрите, сколько мы сейчас бабла сможем нагребсти с продажи вещей. Может, даже и что-то себе еще хорошее купим, потому что, опять-таки, мне не нравится сейчас то, что у нас есть. Хочется что-то помощнее, потому что стала игра заметно, да, посложнее, ребят. Надо было все-таки тот бумеранг не продавать. Ну, ладно, уже что было сделано, то было сделано. Просто то хп восстанавливало, понимаете, ребят? Вот поэтому мы и тащили игру, так скажем. Так, можем, конечно, броню себе поменять, побольше защиты сделать. А, кстати, насчет апгрейда, что мы не улучшаем ничего. Ну вот, железная руда. Ну, плюс один урон и все. Я думал, что это будет поярче. Ну, как-то слабо, слабенько, конечно. Кстати, этот чувак еще к нам предлагает дать ему еще 10 тысяч. И типа он будет нам... приносить получше. Давайте заберем руду. И будет, короче, получше давать руду всякую там, типа, помощнее. А, кстати, насчет этого. У нас уже 3000 бабла. Мы, давайте, знаете, что с вами сделаем. О, кстати, я только мог вот это покупать. Плюс 3% хп. А теперь можем еще и это. Плюс дефенс. Плюс защита. Плюс атака бы неплохо было, плюс 2%. Ага. Что нам дает ловкость, я так и до сих пор не разобрался, ребят. Восстановление маны. Плюс 5 коин. О, плюс типа увеличивает. Ну, для этого, видите, специальные ингредиенты нужны. У нас для этого ничего пока нету. Кстати, у нас Power Fragment. Это у нас типа... нужно 5, а у нас только 2 есть. Откуда ее это достать еще? Можно покупать как-то или невозможно? Так, а что насчет этого? Это типа навыки для... Ну, оружие там, одежда вообще фигня, фиговая, там ничего интересного не продается. Восстановляем маны не надо, потому что мы особо не пользуемся ну, магией, так скажем. Тоже, я думаю, смысла не имеет. Вот, тогда, наверное, купим вот этот навык для... Да. Почему? Потому что орбите, я пока не вижу смысла. У нас не такие большие цифры в защите там, той же атаки. И если мы купим орб, там, плюс 2-3 атаки за... Это, хотя, в принципе, можем, почему нет? Но, в принципе, не так дорого стоит. Железа у нас достаточно. Можем защиту себе прибавить, пускай будет. Нас как раз этого не хватает, мы часто дохнем. И это не сильно хорошо. А, ну, а можем, типа, улучшить, точнее, апгрейдить. Что если, например, заапгрейдить вот эту штуку? Для этого нужно у нас еще фрагменты защиты. Кстати, плюс 6%, неплохо. Ну, это, наверное, будем потом заниматься. О, кстати. У нас еще навык прибавился, ребят. Сейчас я кое-что сделаю. Вот так, наверное, сделаю. Ну, вы, наверное, скорее всего, тут ничего не видите. Я просто кнопку ставлю. Я же пока эмулятор запустил эту игру. Так. И теперь у нас еще будет навык.
Так, давайте сразу протестим этот навык. Эй-эй-эй. Так, подожди, а я... Как это получается? А, неправильно. Вот так теперь правильно будет. Все. Вот сейчас будет навык. Посмотрим, как он выглядит. Блин, почему? Ладно, давайте уже выбьем их. Короче, что я туплю? Раз. Во. Прикольно. Мана истекает, конечно, из-за этого. Точнее, тратится. Ууу. Неплохо, неплохо. Это похоже на вертушку, как в Диабло, поняли? Короче, когда мечник или варвар. Короче, использует свои скиллы и начинает, типа, крутиться. Только тут мы можем, я так понял, использовать навык, да? А, уже у нас мана закончилась. Ну и еще параллельно бить дополнительно обычной атакой. Ладно, ребята, давайте я дойду до 5-го этажа, и мы продолжим. Ну вот, мы и снова на 5-м этаже. Кстати, нам выпал вот такой вот меч, у него урон хороший, но, ребята, нужно очень близко подходить к врагу, что это не очень хорошо в нашей ситуации, так как нас ну, реально нормально сбивают хп, но тем не менее, и это оружие тоже работает, кстати. Не, ну видите, нас ударили, например, если вот так кнутом бить, то до нас не добирается зомби. Ну, урон, конечно, хороший на этом кинжалике, но надо, так сказать... Именно в каких-то конкретных подходящих моментах надо использовать. Ну, как, например, пока босс там, например, перезаряжает свою следующую атаку, можно подходить, так сказать, пырнуть ножом, как следует его, потом убежать. Разве что в таких случаях. Или вот эти деревья неплохо будут валиться с помощью этого кинжала. И, кстати, да, нас опять-таки потрепали, пока мы добрались до 5-го этажа, но на этот раз хотя бы у нас есть аптечка одна. Точнее, зелье жизни. Так, вот, кстати, что это у нас такое? Трехзвездочный молот. Зачем он нам? Не знаю, но... Выпал, короче. Так. Обзор. О, кстати, может, давайте вот это поставим. Он, кстати, я так понимаю, будет нам хп восстанавливать. А ну-ка, давайте глянем. Ну, еще какие-то взрывы дополнительные. Да, хп восстанавливает. Хп, конечно, восстанавливает. Но не знаю, насколько это выгодно. Биться таким молотом. Ну, давайте попробуем. А там будет видно дальше. Медленно, конечно, медленно бьет все это дело. Не знаю, ну, неудобный молот. Вот этот бы, если кинжал был бы, восстанавливающий хп, это было бы имбой, ребята. Оно так быстро ударяет, и еще плюс восстанавливает хп, это было бы просто что-то жесть. Ну, как видите, не повезло нам с восстановлением на кинжале. Есть восстановление на молотку, но, как вы видите, им неудобно играть просто банально. Так. Блин, как задрал это стрелять. Ну, так скажем, больше всего проблем нам создает та лошадь в этой локации. И создает проблему нам вот эти стреляющие мрази. Ну, они реально, они... Их сложно заспамить обычным оружием. Молотком можно, конечно, но молоток, сами видите, очень медленный и менее эффективный, чем тот же самый кнут. Вот. Все, кстати, ребята, мы добрались до босса. И надеюсь, мы в этой серии справимся с ним, потому что не хотелось бы оставлять на следующую серию. Вау, вот это да. Вот это да. Жалко, что тут нельзя, типа... Сука. Ну, тут хотя бы можно повторить. Вот, кстати, вот про это я и говорил. Хорошая штука, кинжал. Так, давайте ретрай. Ретрай. Вот сейчас будет нормально, ребят. Вот кинжал тут самый раз. Хорош. О, кстати, скиллы надо не забывать использовать. Не, ну я думаю, мы справимся с этим боссом налегке. Смотрите, какой урон мы наносим. Не, это хорошо, что мы выбили так кинжал.
Мало того, что и мана восстанавливается быстро. Да не, ну мы налегке сейчас его завалим. И мы не даем шанса вообще на победу. Еще и скиллом добиваем. Да, все. Был босс и нет босса, ребят. Как-то все очень просто получилось. Я даже сам удивлен. Ну, это классно. Ты приобрел какой-то королевский браслет. If you do not take damage, impact. Короче, что-то... ага. Короче, на английском тут написано, ну, типа, это как браслет нам дает какую-то суперспособность. Типа, время там будет медленнее идти и что-то в этом роде. Так, давайте подберем это копье. А ну-ка, давайте еще покосим траву. Травку покосить нам не сложно, в принципе, да, ребят, почему бы и нет. Кстати, там, типа, дальше, похоже на то, что, типа, дальше есть локация, но нам это не надо с вами. Ребят, мы справились. Это хорошо, я рад. Я надеюсь, вы тоже рады, что мы справились с вами. И как-то очень... и очень даже как-то просто получилось. Но, ребята, опять-таки, это зависит от того, как нам повезет. Нам просто реально повезло с этим кинжаликом. И, короче, все зависит от оружия. Ну, не все, конечно, скилл тоже тут имеет немаловажную роль. Но в этой случае нам конкретно вот затащил наш кинжал. Так, а ну-ка дальше посмотрим, что у нас тут. Кстати, мы неплохо бабла нарубили, пока доходили до этого босса. Это еще мы ничего не продали, а у нас уже столько бабла. Давайте продадим все лишнее. Молоток мне не понравился, сразу говорю. Кинжал имба, кинжал затащил. Хорошо затащил, так скажем. Так, не, кинжал не будем продавать. Кинжал пусть будет. И, наверное, вот, наверное, в следующий раз я не буду торопиться с продажей таких оружий, так скажем, которым мы играем. Буду, наверное, в случае чего закидывать их в сундук. В сундук, да, чтобы мы могли потом в любой момент взять, достать это из сундука. Так, бай, что там? Блин, ну здесь вечно какая-то параша продается, ребята. Ну, что за дела? Что ты будешь когда-то продавать нормальные вещи, а? Так, а ну-ка, тут что у нас? Не, мы еще не накопили, да? Мы лайф фрагмент, вот это мы накопили с вами. А вот это нет. Я просто не знаю, стоит ли это покупать или нет. Ну, кстати, лайф фрагмент у нас 47. Блин, ну там же мы перепроходили, да? Наверное, вот для этой херни надо первую локацию зачищать. Но этим я, наверное, попозже займусь. Не буду вас заморачивать вот этим всем делом. О, кстати, если тут покупаешь скилл, и все, он тебе навсегда есть. Поэтому полезная штука. Кстати, полезнее, конечно, еще бы плюс 4 места. Я думаю, теперь уже точно у нас будет хватать места на все оружие. А, и то, что мы с вами обсуждали. Давайте же посмотрим, как тут добыть новых помощников. Так, монстр лист, это я так понял, типа энциклопедия. Тут энциклопедия, блин. You can be friend. А, это просто он типа обсуждаешь, да? Ну понятно, понятно. Давайте нам сразу поиск монстров. Так, это нам восстанавливает. Ага. Ману и ищет деньги. Name Killer B. Не. Так, search another company, interest match. Кстати, 100 монет мы можем себе прибавить. Another company. А ну-ка, пускай будет. A new friend has him. Давайте возьмем его. Да просто не хочу вот эти значки тратить. Я пока не знаю, откуда их добывать, чтобы их тратить. А так посмотрим, что у нас. О, сразу два помощника, ребят. Сразу два, ребят. Это отлично. Ну, а там дальше посмотрим, кто будет еще выпадать нам. Но опять-таки, я пока не хочу это тратить, потому что это вроде значки еще где-то надо будут. Так, можно, конечно, еще посмотреть с помощью рекламы, но этим мы сейчас заниматься не будем, ребята. Так. Можно было, конечно, переименовать нашего пета, но мы это не сделали. Пускай будет как есть. В принципе, во время битвы, во время боя. А, кстати, а чё он здесь один? А где второй помощник?
О-о-о, красота. Этот кинжал просто красота, ну конечно дает немножко подойти к нам врагам. Ну просто я понял, лучше так делать. Бьешь крутом, пока недалеко, а когда близко, переключаешься на кинжал. Хотя с другой стороны, нам бы проще бы, например, когда они подбежали, отбежать от них. Оп, раз, отбежал. О, кстати, еще кабан дерется. Супер. Отлично. Ну что, ребята, будем на этом серию заканчивать. Продолжим мы уже следующий. Вот такая вот у нас локация следующая. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Понравился строй, то обязательно прожимайте лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал. Ссылки будут... Ой, какой ссылки? На... Прожимайте колокольчик, а ссылки на Discord канал и на группу ВКонтакте будут в описании. Да, вот это правильно теперь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.